Начинаем церемонию награждения гимнасток открытого первенства спортивного клуба «Юность» по художественной гимнастике «Весенние грации» 2013. Среди гимнасток, выступающих в программе группового упражнения, победительницами среди гимнасток 2002-2003 года рождения стала команда «Дюш Радий». Давайте поддержим девочек аплодисментами. Поздравляем гимнасток! Среди гимнасток 2005-2006 годов рождения победителями стала команда «Дюш Радий». Спасибо, девочки, поздравляем вас. Среди самых юных гимнасток, выступающих в групповом упражнении, победителями стала команда «Сдюшор номер 16, Нижний Новгород». Thank you.
Среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, 99-й год рождения. На первом месте Шатилкина Алина, Нижний Новгород, Сдюшор 16. Девочки, 99-й год, вас еще не всем одарили, верните, пожалуйста, на пьедестал. Спасибо, девочки, поздравляем вас. Среди гимнасток 2000 года рождения, выступающих в подгруппе «Б», на первом месте Ерохина Алина, на втором месте Хамзина Эля и на третьем месте Кузова Елена. Девочки, спасибо. Среди гимнасток 2000 года рождения, выступающих в подгруппе А, на первом месте Калинина Елена, на втором месте Фомичева Мария и на третьем месте Таликина Рита. Среди гимнасток 2001 года рождения, выступающих в подгруппе «Б», за первое место награждается Самарина Арина, за второе место награждается Трушкова Елена, за третье место награждается Птичкина Варвара. И за шестое место награждается Новожилова Ангелина.
Среди гимнасток 2001 года рождения подгруппа А. На первом месте Кустова Татьяна. На втором месте Степанова Елизавета. На третьем месте Семеняк Светлана. Спасибо, девочки, поздравляем вас!